Так, друзья, всем добрый день. Делаю обзор ремонта фредлайнера. Маленький он аварийный у нас. Вот такой вот фредик, видите, попал в ДТП. Как бы мотор все целое. Приехал парень у нас с Казахстана, заказал эту машину. Мы с ним все обговорили. Короче, меняем бочину. Хотел показать больше акцент на вот эту бочину. Какие здесь ребра у фредов, как они сделаны, как бы он показать хотел. Как это все меняет. Видите, здесь клепки. Вот они заводские. Вот они показываю. Вот тут у нас замятина. Вот она. То есть вот, вот так все это будет потом делаться. Смотрите. Мы что на это будем? Менять только бочину. Он, короче, клиент захотел не менять кабину. Хотел, чтобы мы поменяли только эту бочину. Так как кабина более-менее свежая, говорит, хорошая, аккуратная. И он не захотел ее, чтобы мы целиком поменяли. Говорит, лучше поменяйте мне просто бочину. И вот так это все меняется. Видите, клепки. Сейчас мы с другой кабины возьмем, открепаем эту половинку. И она попадет четко вот в эти же клепки. Вот это поменяется. Это для клиента тоже видео просто, поэтому видите, тут чуть замято. Это вот это тоже поменяется. То есть мы открепаем. Тут все на клепках, вы видите, да? То есть все. Когда мы заклепаем, и видите, я хотел показать еще вот так вот. Общий ремонт такой для клиента, который тоже следит за моим каналом. Вот так вот. Смотрите, видите, поставили мы ему защиты. Новые втулки. Валы проточили. Ну, как бы энергочист ставим новое. Мы как с ним договаривались. Так мы все и делаем. Все перебираем. Еще один маленький тут у нас. Снимали редуктор. Сделать редуктор дефитовку. Посмотреть, что с редукторами. Как мы обычно это делаем. А вот тут, смотрите, видите, как болт сломанный внутри. Сейчас мы их высверливаем. Видите, болты. Вот они, они. И здесь сверху, конечно, масло гнало. Видите, с болтами, что здесь? Вот они, видно, давно сломаны, видите? На герметик наклеили, получается. Это воткнули, как будто бы он там есть. Вот так вот. Вот так вот. Честно говоря, я никогда не встречал, чтобы были редукторные болты сломаны. И не знаю, чего даже их ломает. Может быть, слабо ослаблялся когда-то, дрожжение он его сломал. Но и в моей практике не было такого, чтобы ломались. Вот так вот идет ремонт. Показываю. Ну, там, в принципе, уже перебрано, как бы, да, все перебирается. Колодки наклепаны. Сейчас мы проверим еще вон редуктор. Что, как с редуктором, его пару, люфты, все попроверяем, просмотрим. Вот так вот. Ну, все, в общем, вот такой вот Фредди. Смотрите, 2004 года. Тоже заказан автомобиль. Вот так вот, смотрите. Сейчас покажу еще, что на бочине у него. Внутри бочина как утепляется, тоже покажу. Сейчас я с той стороны еще покажу, наверное. Уже колодки наклепаны. Все стоит. Сальники новые стоят тоже. Так-то кабина, видите, свежая, такая приятная. И по салону. Она конец 2004 года машина. Также мотор будем тоже вскрывать. По его просьбе будем все вскрывать, все будем перебирать своей рукой. Перебейте, чтобы все было нормально. Все вот, такая, вот такой вот центурик. Смотрите, это фредлайнер. Видите, у него перед на воздухе. Завод, завода. Причем, видите, подушки стоят. Вот так вот такая свежая машина, видно, была как бы по году. Они даже отличаются, видите. Вот это старее у них, которые вот тут есть продолжение. Да, то есть они изменили уже в 2004 году в конце. Вот эту верхнюю, где идет эти ходовые огни, она отличается, допустим, уже от тех, которые шли до 2003 года, там 2004 начала года. Они вот этими вещами отличаются. Зеркала отличаются, вот эти коротенькие стоят у него, вот они маленькие, а у обычно алюминиевые длинные стоят. Зеркала чуть отличаются. Ну, в общем, как бы делаем практически тоже с рамы эту машину, тоже разбираем полностью. Раму клиент сказал не красим. Раму не надо, говорит, красить. Мне надо красить еще и лучше. Она как бы вся заводской краски еще. Где осталась, конечно, краска. А так все будет без покраски рамы. Без ничего. Сейчас я покажу вам, что у них, как утепляется кабина на фредлайнере снутри. Сейчас покажу на саму бочину. Видите? Вот это с внутренней стороны. Это бочина, видите, утеплитель какой. Здесь, в общем, вот так идет полосками он. Вот так вот полосками здесь все это клеится, видите? А тут пустота у него.
Ну, мы, наверное, все тут утеплим, я думаю. Уже когда новую бочину будем сюда вклепывать, все это мы утеплим. Вот так он, смотри, практически пустой на самом деле. Вот какие-то квадратики есть, и все. Поэтому Фред, говорят, такой холодный. Это все, в принципе, делается не за большие деньги, скажем так. Вот она, эта бочина. Ну все, вот такой небольшой обзор для клиента. Пускай смотрит, что машина его, что работа у него идет. Все, друзья, всем пока. Старые, смотри, кто-то поставил туда новые кольца абсолютно, оригинальные. Вот его старый кольца, тоже, кстати, кольца хорошие, кольца не убитые. Так, Саня, смотри, вот бочина загрунтована. Мотор собранный. Ну как, не собранный. Так. Покажу тебе, вот она. Все тут у нас уже все на месте стоит. Все гильзы, кольца, все. Так. И поэтому вот его старые резинки. Это с гильзами я выкинул. Итак, ставим головку на красного фредлайнера, который был у нас аварийный. Вот головка фрезерована, показываю. 0,16 сотов здесь снято. Ну все, идем дальше, сборка мотора продолжается. Так, ну все, парни, мотор уже собраны, уже все собрали, осталось нам поставить турбину. Буду ставить сюда большую, будем настраивать, соответственно, надув. Только маленькое чуть-чуть на машине сделали. Соответственно, все поменяли. Компрессор кондера новый поставил, генератор поменял. Вентилятор, ремни, радиаторы. По передку здесь, в принципе, вопросов не было. Валы, в принципе, мы сделали, проточили. Шкварняне болтаются. Амортизаторы, кстати, вот я открутил, проверили. Нормально, все рабочее. Менять его не будем. По передку, смотрите, она же была аварийная машина. Вот вы уже помните, вот он. Бочину уже мы сделали, покрасили. Идем дальше по малярке. Это тоже работа уже еще есть, но на финише. Смотрите, поменяли радиаторы. Интеркулер, радиатор, все прям поставили. Кассета у меня была там на машине. Бушная, но хорошая, соответственно. Без никаких там дыр, все. Проверили, поставили. Поменяли вентилятор, диффузор. Вот его старая, смотрите. Видите, было ДТП. Вот его старый кулер, вот вентилятор, видите, середина выломана, ну как выгнута сюда. Вот это все здесь мясо, где все соты поотрывало от удара. Так, вот она, вот, части капота его. Еще, кстати, вот поменял я вот эту вот траверсу, полностью поменяли. Видите, другую бушную поставили. Из-за чего? Сейчас покажу. Видите, вот эти места. Вот его старая, кстати, видите, оно здесь, видите, вывернуто туда, она неровно стоит. Соответственно, крепление радиатора было бы неровно. Так вот, поменяли переднюю траверсу эту. По этой стороне тоже валы, втулки все там сделали, амортизатор тоже рабочий. Итак, мы тут собрали все. Скоро на запуск этого мотора. Машина была автомат полный. Ну, итоновский автомат и атоновский. Сейчас мы снимаем коробку. Будем делать из нее
полноценную механику. С этого красного Форда будет, поставим третью педаль, это было две педали, и все, будет механика. Все, такой вот маленький отчет, идем дальше, скоро запуск. Итак, друзья, вот он красненький, который восстанавливаем после ДТП небольшого. Смотрите, поставили мы, короче, сюда педаль. Здесь же педали не было, он был полный автомат. Поставили датчик сцепления непосредственно ему. Так, потом идем дальше. Смотрите, уже поставили мы рычаг. Сейчас он будет скоро уже чистая механика. И вот панель вся разобрана. Видите, будем собирать все здесь. Весь салон. Сейчас покажу, какой он. Вплоть до этого разобран, видите? И совсем скоро эта машина поедет в рейс. Так что вот так вот. Так-то машина свеженькая была. Клиент здесь находится с нами вместе. Ждет с нетерпением. Парень приехал с Казахстана за этой машиной. И машину собираем практически ему. Чуть ли не с рамой. Вот так вот. Даже двери, смотрите, как закрываются. Ну все, вот такой вот мотор уже собрали. Вот новый термостат оригинальный будем ставить ему. Ну все, мы идем вперед. Друзья, смотрите, вот он красненький. Смотрите, как клиент сам вычищает раму. Вот мы с клиентом не договаривались, что будем раму чистить. А он, смотрите, как сам вычистил. Как для себя. Он находится здесь. Клиент у нас приехал с Казахстана. С далекого причем. Вот так вот он вычистил это, видите? На самом деле рама просто была и так хорошая. Ну все, идем дальше. Все новое здесь, смотрите. Абсолютно амортизатор, барабанный, вся ходовка, все шланги. Ну все, идем дальше. Так, я всех приветствую. Так, делаем обзор. Это вот такой вот центурик у нас, что с разбитой кабиной красной был. Переделываем с полного автомата, делаем механику. Что мы здесь поставили? То есть мы снимали плиту, вот эту алюминиевую, друзья мои, сразу. Там больное место, где есть между плитой и мотором. Там сразу мы герметик посадили, то есть взглядом на будущее, чтобы она текла. Также поменяли задний сальник непосредственно мотора. Подшипник новый поставили, маховика. Смотрите, хотел еще показать заднюю плиту. Тут палец чуть повредил, ничего страшного. Вот ставим вот такой герметик, называется Victor Race. Вот он, видите, Reigns получается. Вот сюда мы сажаем переднюю плиту, заднюю плиту, то есть вот на этот герметик, друзья, сажайте вот эти плиты на этот герметик, работает идеально. Позже хотел показать сцепление, которое сюда ставим, ставим БУ, но состояние у него офигенное. То есть вот так вот толщина ферродо, выработка, то есть все, тут по пружинке все целые. Второй диск также внутри, то есть все нормально. Хотел еще показать также коробку. То есть, который мы именно, она, вот именно автомат, видите, тормозка никогда не было. Будем ставить тормозок. Также покажу состояние коробки, которую будем ставить на эту машину. Состояние шестерен. Также для клиента, чтобы он знал. Хотя он здесь находится, рядом с нами, но все равно. Такая коробочка. Это его автомат она была. Вы знаете, автомат коробки, они... В офигенном состоянии на самом деле. Тут, как правило, они никогда не ломаются, потому что работает автомат, скажем, в щадящем режиме. Никогда тут никогда с рыбом никто никогда не включал. Вот эти муфты, видите, то есть заходы, муфт. Видите, здесь все, то есть четко вообще. Так, по заказу клиента мы из него делаем механику. Будем менять верхнюю крышку с вилками под механику. Меняем сцепление. Полностью еще раз получается. Именно под автомат тут свое сцепление стояло. Сцепление такое редкое, автоматное и дорогое, скажем так. Ну все, такой вот обзорчик.
Также поменяли подушку левую, новую поставили правая, хорошая, на двигателе сразу же непосредственно. Ну все, друзья мои, идем дальше. Сборка продолжается. Итак, друзья, всем добрый день. Вот, переделываем мы, короче, механику. Переделываем автомат, коробку переделываем на механику. Вот так вот. Смотрите, что происходит у нас. Видите, самое правильное ставить крышки вот такие. Это, короче, у него есть специальное место под датчик нейтрали. Видите, у него домик стоит правильно. То есть мы все как бы, ну, правильно вот так делать всегда. Люди там в тренажке ставят коробки, но в тренажке нет места под датчик нейтрали. То есть, грубо говоря, на пятой, когда флажок включаешь вверх, без датчика нейтрали, он включит его сразу десятую. Захочет включить, точнее. И будет рыб. Поэтому вот самое правильное ставить такие крышки. Вот сейчас я загружу датчик нейтрали, я буду подключать его непосредственно плюс через датчик нейтрали, только во время нейтралки. Он переключит вот этим соленоидом верхний ряд, либо нижний ряд. Только через него. Так, что еще хотел сказать. Вот также мы замену колокол поменяли, да, потому что колокол у него идет на автомате. Вот этих мест нету непосредственно. Поменяли колокол ему. Поставил ему тормозок, вот такой разборный. Смотрите. Вот он, итоновский, оригинальный. Мы их ставим, как бы вот этот с него. Почему поставил ему разборный? Ну, сами понимаете, то есть он должен где-то вдруг, если когда-то сломается через несколько лет, он вот эти болтики открутит и поменяет просто элементарно сам, даже, к примеру, не надо никуда ехать. А если он будет литой, цельный, то его надо уже резать. Там кто как режет, по-всякому. Вот такая переделка. С полного автомата две педали, повторюсь. Делаем из него чистую механику. Коробку оставляем эту же, какая и у него и стояла. Коробка показала состояние. Вы поняли, да, друзья? Смотрите, вот что вот этот датчик под нейтрали, ну, должен быть. Без него будет тяжело водителю ездить. Вот так вот. Все, друзья, мы идем дальше. Так, парни, видите, закрутили датчик нейтрали. Видите, вон новый стоит, вон он. Теперь он, когда будет ехать на пятой, флажок даже если вверху переключит, у него не будет эта передача десятой. Вот. Он когда нейтралку, то когда плюс пропустит через этот, через провод. Все, идем дальше. Итак, парни, вот он красненький фред. Идет полировка бочины, которую меняли. Покрасили ее. Вот парень полирует. Смотрите. Так получается. Включу вам. Просто получилось зеркало. Это та бочина, которую меняли непосредственно. Вот дверь, которую не трогали. Разницы никакой абсолютно. Зеркало. Так, друзья, снимаем первый запуск автомобиля. Вот такой центурик, биты, что восстанавливали. Вот она, бочину поменяли, отполировали. Мотор Detroit 14. Собрали, перебрали все. Снимаем первый запуск. Поехали, Сань, выжимай сцепление. Давай. Давай, давай, давай. Солярка ушла? Уходит. Да. А что он не заводится? Сейчас попробуем еще, что, друзья, посмотрим, что с ним. Почему солярку не закачала? Наверное, предохранители на этом. На мозгах. Сейчас мы попробуем сделать. Попытка номер два. Пробуем. Поехали. Итак.
Так, парни, сейчас посмотрим, почему он у нас не завелся. Хотели без диагностики завести, но не хочет. На эфире работает, а на этом нет. О, говорит, ошибка. А что ты ругаешься? Смотрите, кстати, параметры мотора. 410 киловатт. Сколько же до лошадиных сил? Много. 500, наверное, с лишним. 550, может быть. 560. Ой-ой-ой, ошибок, блин. Так, это у нас... Неактивные. Вот они, две активные ошибки. Датчики кольнёв распредвала. Так, ошибки стерли все. Датчик распредвала там был. Сейчас посмотрим, заведется, нет. Все. Первый запуск прошел успешно. Вот такая машина, видите, друзья, скоро поедет в рейс. Парни, вот все, видите, в чем была загвоздка. Датчик распродвала, там фишка, контакт был плохой, сделали, ошибок нет, ничего нет, все отлично. Скоро этот автомобиль, друзья мои, видите, в каком он разобранном состоянии. Мы так все щиток-то просто прикинули, любой, чтобы был какой-нибудь, чтобы видеть параметры. Эта машина поедет скоро в рейс, эта машина будет ручной сборки. Отполировали его. Вообще он горит просто. Обвесы отполировали, покрасили. Видите, эта машина собирается просто. Ручная сборка. Здесь все новое. Рама все сделана, то есть покрашена тоже. Вот обвесы тоже все сделаны. Как новое все будет. Даже заднюю стенку отполировали. Горит конкретно. Сейчас покажу ту сторону, где бочину меняли. Вот, друзья, бочину, которую мы меняли. Вот она тоже покрашена, отполирована. Сможешь показать, не знаю, как будет видно. Во, как зеркало. Смотрите. Вот, видите, все зеркало уже. Вот так вот. Краску подобрали по компьютеру. Видите, разницы вообще никакой. Также обвесы, вот они отполированные тоже. Ну все, вот такой вот обзор для клиента. Идем дальше, сборки еще много. Все, всем пока, не болейте. Так, друзья, смотрите, вот это Фредди красный, что мотор собрали. Вот показываю его температуру, давление. Мотор уже прогретый, почти 165, наверное, где-то 170. Вот показываю на оборотах давление. Большая турбина разрывает просто. Свист стоит. Вот сапун, смотрите.
сейчас заглушу машину. Итак, друзья, вот мотор уже прогрели, показали, как он работает. Смотрите, мне люди некоторые звонят, там мастера там говорят: Сергей, завели мотор в первую только заводку, ну там сколько поработало. С глушителя кидает масло, то есть поршневая притирается. Не знаю, я сколько собрал моторов на оригинале, ну очень много. Ни разу такого не было у меня. То есть после первого запуска, чтобы у меня масло кинуло в глушитель, когда собран на оригинале, не было такого за мою практику, за всю мою историю. Вот так могу сказать. Когда уже масло кидают, значит поршневая, там они кольца китайские ставят, ну плохого качества, скажем, может обманки ставят. У них кидает масло, потом вроде как притирается. Вот, машина только завелась, смотрите, видите? Тут нигде ни грамма масла нету. По сапуну видели, да, что он практически не сапунит. Он просто мотор горячий, соответственно, это маленький пар, где-то далеко есть, потому что мотор горячий. А так сапуна там нет ничего практически вообще, то есть вот так вот. По давлению все в норме, в смысле, все нормально. Мотор работает четко, очень приемистый. Большая турбина свое дело делает. Свист стоит такой, что бешеный, скажем так. Свистит нормально. Ну, конечно, надув я еще все это отрегулирую, все проверю. Ну, все, вот такая сборка машины полностью всей. Вот они, обвесы готовые стоят. Ну, все, идем дальше.